Йоу, всем привет, друзья, с вами снова я, Спайк, со мной сегодня Гуля, Дима и Фокус, и это прятки с суперспособностями в Майнкрафте. Всем привет! Всем приветик! Всем привет! Всем привет! В этой серии пряток у прячущихся будет рандомный набор предметов, а тот, кто ищет, будет обладать предметами хакера. Половина зрителей смотрит канал без подписки, я буду рад, если ты подпишешься и поможешь это исправить. Спасибо и приятного просмотра! Ну что ж, давайте решим, кто же из нас будет тем самым хакером, который будет всех искать, ну а кто получит разного рода роли со всякими способностями и предметиками. Итак, давайте я буду по старинке первый. Я четвертый. Опа, я сразу забираю ловкача. Я хакер-искатель. О, я маг. Блин, а я броненосец. Гуля будет нас искать, и на самом деле, мне кажется, это будет прикольно. Так, у меня, кстати, смотрите, что у меня есть. У меня есть хук, у меня есть портальный. А что есть у меня? Окей, вопросов нет. Так, ну что, давай тогда, что, жди минуту? Или сколько? 5 секунд. 5 секунд! Что, все, побежали! Бежим. 20 секунд, ладно. Так, а сколько нам нужно найти здесь алмаз? Ну, давай... Сейчас посмотрю. Может, лучше до первого алмаза? Мне кажется, что это будет более честно. Нам нужно 10. Так. Мне кажется, у меня самая фиговая роль, я просто, типа, ну, просто в броне и могу отталкивать. А мне кажется, кстати, нормальная роль. А, Дима нашел алмаз! Все, игра началась. Осторожно, у нее камеры тут, походу, есть или что. Так, начинаем. Не заметили, камеры висят на... Я тут кое-что придумала сделать с самого начала. Я камеры, кстати, не заметил, но раз Гуля хакерша... Раз Гуля хакерша, это вполне логично. Тут, походу, сразу что-то сильное здесь... Или что? Что она там решила? Кого? У нее была точно Тесла. Я видел, у нее была Тесла пушка, и получается камеры у нее есть. Что же у нее есть еще? Кстати, у меня тоже один алмаз есть, если что. Так что вот. Я. Кстати, вы тоже на этом этаже? Ну, вы поняли, на каком, да? На первом, да. Ну, на первом, да, на первом. То есть, как бы. Ребят, вы бы видели, что она здесь сделала на спавне. Я даже не знаю, как нам там обменяться теперь. Так, она что ли там этого нашего голема что-то? Она все лазерами там заставила. Чё? Подождите, а есть может? Я не знаю, как пройти. А есть у кого-то какая-нибудь способность? О, Фокус, здорово. Ты чё тут? Здорово, это я. Ну я маг, я могу только по воздуху. Наверное. И то там очень опасно, потому что лазер это сильный. Так, где тут еще? Она. Вон посередине есть вон. Вон посередине. Ладно, я возьму, ладно. Так, тут вы были, вы, значит, где-то наверху. Так, Гуля уже понимает, на каком мы этаже, я так понимаю. Мы уже, понимаю. Мне кажется, соберем, пока она... Пока она нас ищет. Но, блин, если она кого-то одного завалит, все, игра но на самом деле... Мы не доберемся сейчас. Я вижу. Так, до свидания. Уходи. Я свалил на портале. Но, кстати, блин, портальная пушка... Это реально такая имба. Блин, что она сделала на спавне? Что это такое? Что ты сделала, Гуль? Ну Дима? Ладно, тут пройти можно, в принципе. Так. Что, Гуля? Да, она что-то... Блин, Гуля. Походу... Дима, ты куда свалил? Кого-то, походу, нашли. О! Нифига тут сгорело все. Он свалил сразу куда-то. Я маг, потому что. Он в невидимости. Да? Блин, способности на самом деле жесткие, но, Гуля, чем ты чаще нас находишь? Это по мне? Нет, я пыталась под невидимому Диме попасть. Блин, я нашел алмаз. Я уже сбежал. Я нашел алмаз, он в лаву упал. Просто чем больше ты нас раз находишь, тем больше ты способностей выбиваешь. Ну, по крайней мере, с меня ты можешь выбить эндерперлы, потому что они у меня могут закончиться, но... Ой, что-то мы все так в одном месте. Что, где? Кто где? Так. Уйди, я на меня! Бежим. Так. Вижу. Ой, я же ранее с ним делал. Беги. Вот, я портал тебе пытаюсь поставить. Вон. Вижу. А, подожди, она меня хочет взять, она меня... Стой, она портал закрыла. Нет, она не закрыла. Вон он, прыгай. Все, прыгнул. Закрывай! Я его закрыл. Молодцы. Это просто жесть. Так, фокус, я иду к тебе. Блин, я спас Борю. Ладно, это была успешная операция. И сколько у вас там уже алмазов? Давайте-ка расскажите. А сколько у нас уже, кстати? У меня 3. Опа! У меня 3. Пока, Гуля. У меня 2. Так, Диму нашли! Иду спасать. Да он невидимый, он сам себя спас. Понятно. Ой, я нашел еще, кстати, один, походу. Так, у вас блин, сколько алмазов, какие-то ребят? Какие-то шипы еще. У меня сейчас будет, походу, 4-й. Но, блин, если я отсюда смогу выбраться, потому что местечко такое паливное, это просто ужас какой-то. У меня 4. У меня 5. О, так все, нам надо... А попусиха тут!
Но я свалил. Надо собраться, как-то и кому-то отдать. Надо как-то вернуться. У меня есть инвиз, конечно. Так, Дима, давай, ну так что, у нас уже, ну реально, у нас уже алмазов куча, давай, нам нужно просто дойти до конца. Ой! Дим, давай, беги в начало. Я у голема. Так. Так, ну давай. Сколько у тебя? Даже 6 вроде. 9, 1 остался, 1, Дима, ты живой? Дима, ты где? Я пока не знаю, я сбежал. А вы где? Смотри, может быть, вот тут наверху что-то есть. Стой, что? Давай, скидывай. О, капец, какая игла, ребёнок. Я буду пытаться её просто отбить, где она? Я с палкой. Так, всё, я за големчика спрятался. Я вижу. А, я вам поддаю время, давайте. Так, всё нормально. Перезарядка в пушке. Она меня сейчас завалит. Гуля сюда. Но, блин, Гуля нас завалила на самом деле, но с другой-то стороны, мы-то уже алмазы обменяли, то есть уже можно делать разрубку полную. И менять алмазы на что? Менять алмазы на вот эту вот, сначала на меч, немного с мечом повеселиться, а потом вот с этой вот штукой. Ну это было хардово, честно скажу, вы так сбегаете, это просто ужас. Ну да, и способности на самом деле реально хардовые. Плюс еще карты неизвестны, способности неизвестны, ничего не понятно. Да, но давайте сыграем еще один раунд и посмотрим, может быть, во втором раунде тому, кто будет искать, получится лучше, короче, с этой задачей справиться. Вот, потому что уже более-менее знаем способности, знаем карту, ну и погнали. Погнали. Ну что, в принципе, первый раунд, он уже вышел как бы идеальный для тех, кто прячется. Никто не пострадал, карту взорвали, прям все круто. Ну что, давайте сыграем еще. Ну это еще. Тяжко. Я бы попробовал за какой-нибудь другой класс поиграть, но я хакер! Как это никто не пострадал? Ну, о, броненосец, то есть. Ну, можно сказать, особо никто не пострадал. Так. Ну, я как бы на себя взял как жертву, да, и сдался Гуле. Так, ну, я даю вам сколько секунд? Ну, до первого алмаза, короче, идите, ищите первый алмаз, и потом я начинаю уже искать. Так, у меня здесь есть, в принципе, много предметов, лазеры, камеры, ну, да, блин. Сейчас я поставлю, я даже знаю, куда лазеры поставлю, на самом деле. Так, Дима, ты зачем так быстро? Все, Дима нашел, я Гулю видел, кстати, а ну-ка сюда. Так. А я не подумал, что там. А где Гуля была? Блин, ты же где-то здесь была, не? Так, первый алмаз, я вижу, где взяли. Так, ладно. Вижу, где взяли. Проблема. Оп! Кого-то видел! Кого-то! Где? В дверь пошел, да? В дверь? Нет. Нет, походу не в дверь. Какая дверь? А, уже второй. Так, уже второй. Ладно, я знаю, где точно один алмаз. Вы не должны никак забрать. Это вот здесь. Нужно поставить здесь лазерочек. Блин, ты чё как поставился? Он супер криво поставился, блин. А его можно сломать, интересно? Ладно, походу нет. Ладно, придется по-другому как-то ставить. Блин, ну можно так сделать, в принципе. А, Гуля! Ты что тут делаешь? Да я не знаю, что мне делать. Не сбежать ничего. Я тут взял. А почему лазеры, кстати, не ставятся? А, все ставится. Так, дальше, куда идем? Вы, скорее всего, сразу на второй этаж пошли, я так подозреваю, да? Потому что на втором этаже... А, стоп, нет! Вас тут не было, но тут есть Дима! Так, где, куда? Блин, а что у тебя за броня? Она реально жесткая, да? Она жесткая, да. Блин, она с щитом еще. Было завалить с щитом? Да. Здорово! Нет, у меня 4 алмаза, нет. Дима, держись. С каким она щитом, блин? Так, я нашла один. Все, минус один, ура. Наконец-то. Минус 4 алмаза, ребята. Минус 4 алмаза и плюс один искатель. На самом деле, если искателей будет хотя бы 2, это уже намного легче все становится. Это просто хард, опа. Это просто какой-то хард мод начинается. Да, он же еще искать будет. Так, где? Ну куда? Ну блин, у тебя кончится этот инвиз или нет? Так, у меня 5 алмазов. У меня последняя, если честно, зелька. Так. Мне нужно как-то каким-то образом спасаться. Так, ладно, раз я хакер, я должен по-хакерски действовать. Ставим сюда камеру. Я пойду еще, наверное, камеру куда-нибудь поставлю. Потому что как-то хакерские предметы, они себя не прям сильно как-то оправдывают на самом деле. Ой, подожди, а кто? Вы уже все... Уже Гуля тоже все? Так. Нет, я живая. Не, Гуля живая. У меня ногу один алмаз только, я бесполезная. Гуля живая? У меня 5 алмазов, я не знаю, но нас двое, уже будет очень сложно. Так, а куда ты... Куда Гуля делась, что-то я не понимаю. Что-то я не... Так, ух ты, ничего себе, где алмаз нашел? Ну, здесь можно прятаться. Блин, тут алмазы, 2 алмаза. Алмазы переспавнились, блин. Ой.
Так, Дима, короче, иди на первый этаж, иди на первый этаж. Угу. По-любому, мне кажется, где-то они там должны быть. Так. Да, где-то вы на первом этаже, я так чувствую. Думаешь? Так, здесь... Зайди сюда, блин. Так, ну здесь я один алмаз закрыл лазером. Кого-то видел. Вы его не найдете. Кого, 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 где? Какой этаж? Ну, пока не понимаю, подожди. Я еще не понял, это дом. Ну здесь ничего не собрали. Блин, почему вы тут алмазы не берете? А что? Фокус живи! Вы не видели? А что, кто, в смысле? Ты. Я? Ты о чем вообще? Я не видел тебя. Я не знаю, где ты. Фейковал до последнего. Так, Дима. А, ты дверь, что ли? Ты чё? Нас... Ты чё, дверь не можешь открыть? Нет. Ты всё это время не мог открыть дверь. О, всё, через свет. Сначала надо брать, а потом выходить, Дима. Так, понятно. Так, давайте, пацаны, сконцентрируемся. Там Гуля сейчас реально затащит. Надо, короче, лазер сюда по-любому ставить один. Так, Гуль, сколько у тебя алмазов уже? Давай. У неё алмазов было меньше всех. 5? Но, блин, у нее меньше всех всего 5, но... Она собрала но пока половину. Долго, я уже собрала, да. Так, она уже много собрала, но она вот в этой комнате, в основной, она тут особо не нашла алмазов, я так понимаю, потому что здесь они все не из... ну, не собраны. Гуль, где ты? Я только что тебя видел! Я думал свою зельку кинуть. Не сработало, что ли? Зелька не сработала. Я короче, тебя увижу, я специально отворачиваюсь и в ту сторону все равно лечу, и такой думаю, надо что-то говорить, но я об этом, но при этом мой мозг не думает о том, что надо говорить, он думает, как тебя поймать. Вот, я что-то затупил. Да, ну что ж, победа есть победа. Алмазов в итоге вы, в принципе, на всех собрали достаточно, чтобы сбежать, но так как были все пойманы... Этого Ой. Не вышло. Вот, ну и я думаю, что на этом, наверное, мы закончим серию. Вот такая вот она получилась. В принципе, так как победа и тех уже была, я думаю, что да, можно заканчивать. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видосы. С вами был Спайк, Фокус, Гуля и Дима. Всем до скорых встреч, всем пока. Всем пока.